кстати, именно в Шэньчжэне выпускают китайско-немецкий электромобиль «Данза». Детище немецкого концерна «Даймлер» и китайской компании «BYD» было очень хорошо встречено отечественными покупателями. В прошлом году продажи модели «Денза 400» увеличились на 85%. Нынешней весной производители выпустили следующую улучшенную версию «Денза 500». Об удачном примере сотрудничества Китая и Германии в репортаже моих коллег. В эпоху, когда электромобили продолжают прокладывать новые трассы, одной из движущих сил является «Денза». Именно ей эксперты пророчат большое будущее. Ведь это первое немецко-китайское производство электрокаров, объединяющее опыт и технологии двух автопроизводителей с разных концов света. Мы производим автомобили на заводе BYD, используя его производственный потенциал для снижения затрат и повышения конкурентоспособности. И как совместное технологическое предприятие мы твердо следуем строгим стандартам и технологиям Daimler. Стандарты в области контроля качества и дизайна транспортных средств хорошо демонстрируют другие бренды Daimler, такие как компания Mercedes-Benz и крупнейший производитель тягачей и грузовиков из США Freightliner. Сейчас немецкие инженеры в сотрудничестве с китайскими специалистами работают над понижением уровня шума в электрокаре «Денза». Например, когда внутри работает радио или мультимедийный экран, мы должны быть уверены, что снаружи этот шум не слышен. Директор предприятия очень рада тем успехам, которых удалось достичь. Но впереди ждет еще более продуктивное сотрудничество, считает она. Германия является мировым лидером по производству автомобилей. Она имеет передовые технологии и хорошие наработки в области управления. Мы рады, что отношения между нашими странами улучшаются. Я считаю, что при такой прочной основе политический и экономический обмен будут углубляться и расширяться. Это пойдет на пользу нашей китайско-германской компании. Совсем недавно немецкий концерн Daimler и китайская BYD выпустили на рынок Китая новую модернизированную версию электрокара «Денза». Им удалось увеличить запас хода до 500 километров. Татьяна Климова, CGTN.